Ну а традиционно в День учителя уже шестой год подряд в СВФУ прошел День самоуправления. Проведение лекций, семинаров, руководство факультетами. Эти обязанности сегодня легли на плечи самих студентов. Справились ли они, выясняла Марианна Кутукова. Студент 6 курса медицинского института Иван Попов сегодня занимает пост ректора университета. Ежегодно почетное место достается одному из лучших студентов старших курсов. Рабочий день в новой роли для Ивана начался в 7 часов утра. Весь день он контролирует работу всех структур вуза, а в конце рабочего дня должен отчитаться и выдвинуть предложение по дальнейшей деятельности университета. Такое не каждый день происходит. Примерить на себе роль капитана корабля нашего университета. Это оказалось достаточно сложно и ответственно. Даже вроде бы казалось, что я не занимаюсь глобальными делами университета, но, несмотря на это, быть ректором достаточно сложно. Пэр и шоссер. Сегодня в университете на учебу вышли 14 тысяч студентов. Лекции и семинары им преподают 790 сокурсников. Они тоже отобраны как лучшие в своем факультете. Ну, мне все понравилось, особенно было приятно увидеть своих одногруппников в качестве преподавателей. Это довольно-таки необычно. Хотелось бы, чтобы такие дни проводили чаще. Каждый год зона студенческого самоуправления расширяется. В этом году впервые студенты заменили воспитателей и администраторов студенческого городка. Тем временем сами преподаватели без дела не сидят. У преподавателей есть возможность в качестве библиотечного дня больше заняться научной деятельностью, поскольку есть планы, связанные с тем, что они должны писать научные статьи. В обязательном порядке они должны заниматься и аналитической работой, и лабораторной работой. Цели и задачи традиции остаются неизменными. Студентам в День самоуправления дается возможность понять процесс работы внутри университета, как управленческий, так и педагогический. К тому же это отличный шанс показать свои лидерские качества. Марианна Кутукова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.